Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала ASMR Russia. Ах ты мой скромняшка. Так, ну-ка, давай поближе. Сегодня мы снимаемся с Павликом вдвоем. У нас, так сказать, продолжается наш эксперимент. Да, мы решили так вот посниматься по-разному с детишками. Сегодня у нас самса. Можешь начинать. Не стесняйся, кушай. Так, чаёк, вот смотри, аккуратно, не снеси. Как тебе удобно. Вот так вот. Сегодня у нас генеральное наше блюдо – это самса. Мы обожаем самсу. Павлик, ты обожаешь самсу? Ну, как бы давненько мы, да, не снимали самсу. А когда мы её покупали мы её вдвоём, кстати, с Павликом. Он говорит, что это такое, папа? Я говорю, это же самса, ты что забыл? Он говорит, да, не помню, что за самса. Вот сейчас мы будем ее, ну, вернее, Павлик будет ее вспоминать на вкус, какая она. У нас два вида самсы. Вот это и вот это с курочкой, а вот это с говядиной. Если честно, я хотел взять две с говядиной и две с курочкой, но с говядиной кончилось, увы. Так, у Пашки сегодня чаёк с ромашкой вкусненький, у меня кофеёк. Обожаю кофе. Превосходно. Приходится рано вставать, и поэтому всегда хочется спать. Ну что, рассказывай. Понравилось тебе? Да. Ну, кушай, давай. Я тоже, наверное, начну с курочки. Покупаем мы... Пока ты микрофон цепляешь плечом, ты можешь сидеть вот просто ровно? Вот не наклоняться, прям кушай прям так, пускай сыпется, не бойся. Так, покупаем мы эту самсу. В одном замечательном месте. Там ее делают просто превосходно. Настя еще любит там чебуреки. Но я как-то чебуреки не очень люблю. Вот самса для меня это, мне кажется, наилучший вариант. Вот здесь довольно очень много. Папа, а здесь одинаковый вкус? Разные. Здесь курочка, здесь говядина. Мы обязательно с тобой попробуем ее. Одну напополам, хорошо? Да. Держи ее двумя руками, а то она развалится. Смотри, видишь, она уже... Да. Вот бери, вот так вот, и вторую вот так же. Ой, микрофон бедный страдает. Ладно, мы его так чуть-чуть пододвинем от Пашки. Объедение, да? Ой, объедение. Да, мы... Первый наш, так сказать, такого плана эксперимент съемки на СМР с детьми мы вот снимали с Дашкой. Ой, подожди, сейчас он тебе развалится. Так, держи его вот этой рукой. Вот этой рукой держи. Все. Держишь его? Не ложи его, а то он развалится. А вот это бери, чаёк пей. Не ложи его на доску, не ложи, он сейчас развалится. Вот одной рукой держи. Держишь же одной рукой? Все, не ложи его. Хорошо? Все. Наконец-то у нас настроился процесс. Да, и второе видео мы как бы договорились. Ты второй рукой придерживай, когда кусаешь. А то он все равно развалится. Кружку-то можно не держать, Павлик. Волнуется. Ладно. В общем, Дашка и захотела и второе видео сниматься, второй раз нас со мной сняться. Но... Ой! Очередь Павлика настал. Кусай вот этот кусочек, смотри. Какой большой. Вот он вываливается больше всего. Тут надо, знаете как, для детей инструкцию для поедания самсы. Ох ты мой, что нравится-то как, посмотрите.
Молодец. Свои-то 4 года. Угу. Пашка, вот отсюда начинай. Потому что вот эта середка, она больше всего начинает ломаться. Я вот признаюсь честно вам, самая моя любимая самса — это с говядиной. Я как бы и с курицей вкусно тоже, но самое вкусное — это, конечно, с говядиной. Не знаю, с говядиной она просто бесподобна. Мы ее попробуем обязательно. Ой, убежал. Кусочек лови его. Ой, все, я его поймал. Ладно, ничего страшного. Пускай здесь лежит. Давайте я сюда на салфеточку его положу. Потом с ним... Не переворачивай, сейчас все вывалится. Павлик. Контролируй процесс. Такое у нас сегодня будет. Чувствую, такое забавное нам... Забавное видео выйдет сегодня. Ну ничего. Мамочка наша решила, Настенька наша ненаглядная, решила взять паузу. Мне говорит, иди снимайся. Ну я тогда не против. Самсу-то я люблю. Не знаю. Но не волнуйтесь, пишите, кстати, в комментариях, кто соскучился по Насте. Вот кто соскучился по Насте, пишите и ставьте лайки обязательно. Это тоже какого-то рода эксперимент у нас. Проверка, так сказать, насколько вы соскучитесь по нашей маме любимой. Давайте салфетку дам. Так, держим. Ты главное не торопись. Мы никуда с тобой не торопимся. Вот что самое классное вот в этих видосиках, что Лёшка находится под полным контролем мамы. Двумя руками, Павлик, а то опять сейчас начнет разваливаться. Держи его вот. Держи его левой рукой. Вот так вот, левой. О, все. Сейчас он не должен развалиться, если его будешь держать. Вкусно, да? Ты мне скажи, а ты одним что, не наешься, что ли, разве? Наешься? Не знаешь? Ты можешь рассказать, чем вы сегодня занимались на занятиях? Задумал. Сможешь? Нет? Ладно. Я сегодня, кстати, к бабе люди собираюсь. Ты со мной поешь? Уже. Я же к бабе люди собираюсь. Поешь? Да. Не толкай полочку. Ну что, я почти справился с самсой. Ты что молчишь, партизан маленький? Нам, кстати, расскажешь, Павлик, как тебе наш тренер по футболу предложил перевестись тебе в старшую группу? Чё? Кушай, ладно, все, проехали. Смотри, сейчас вызови. Двумя руками держи, дружок. Двумя. Левой держи, левой. Ты не ложи его, ты держи левой рукой. У тебя же левая, не, как бы, просто
висит. Да, на днях нам предложили перевести старшую группу, но там немножечко наш возраст не рассчитали. Думали, что нам 5, и в этом году уже будет 6. А поскольку нам всего лишь 4, и только в этом году Павлику исполнится 5 лет, перевод решили отложить. До лета, по крайней мере, точно, я так думаю. Потому что как бы все равно слишком маленький. Там взрослые мальчики уже занимаются. Ну, а Павлик все равно еще маленький. Хотя для меня... Наелся. Наелся? Ты будешь вот эту пробовать? Это с говядиной. Ты мне скажи, а ты бы хотел заниматься с большими мальчиками, взрослыми, не вот со своей группой? Где детки твоего возраста или чуть младше? Хотел бы перевести в старшую группу? Да. Не знаешь? Ну, смотри. Вот сейчас вы играете как в футбол? По факту вы просто все вместе бегаете за мячом. Да. Как бы у тебя просто за мячом лучше всех получается бегать по... А помнишь, когда мы ходили в футбол? Ну. Давно. Я там все время гол забивал. Да. Вот если в старшую группу ты переведешься, тебе будет очень сложно там голы забивать, потому что мальчики уже взрослые, большая будет конкуренция, но... Папа, знаешь, что мне надо уже большую приходить в группу. Знаешь, да. Потом, ты один раз, когда давно я забил гол, потом опять забил гол, потом опять я выиграл. Да. 100 баллов набил. Ну, кстати, на последней тренировке ты ничего не забил. Есть куда стремиться. Есть куда стремиться, есть куда расти. Знаешь, как попробовать? Ну, не сейчас, весной, по крайней мере. Когда я хотя бы 5 исполнится. Можно попробовать... Не лгай полочку с микрофоном. Можно попробовать несколько раз. Остаться на тренировку с твоей старшей группой. Ну, не своей, вернее, со старшей группой, которая вот после вашей тренировки занятия у мальчиков, взрослых. Тебя ж туда хотят перевести. Вот можно весной попробовать. Как получится, не знаю. После твоей тренировки остаться пару раз с взрослыми мальчиками побегать и посмотреть, как у тебя будет получаться и вообще захочешь ты перевестись. Как ты смотришь? Как ты думаешь? Стоит так делать? Да. А ты не будешь уставать? Там же тебе придется по факту 2 тренировки. Не один час, а по факту 2 часа. Это долго. У меня вода закончится так. А мама тебе половинку наливает, да? Она мне целую кружку наливает. Целую разве? Да. Не до банку, а не кружку. Потом очень долго надо. Ну подожди, у нас же еще есть вот эти бутылочки. Какие? Ну, с собой, которую брать. Для воды. А можно огромную банку? Как бы... Трехлитровую, что ли? У меня есть дух большой. Угу. У него есть такая вот огромная бутылка, и туда мама наливает воду. Мне надо такую же.
Но тебе же вот этой бутылочки хватает на тренировку, вот которую ты сейчас ходишь? На одну? Не хватает. Он же, когда я ходил, у меня все равно вода заканчивалась. Да. Потому что мама тебе ее не полную всегда наливает. Она думает, что слишком много. Можешь мне свою бутылку найти? Ну хорошо. Сейчас мы маме это и скажем. Пусть она Даше. Даша на тренировку. Она наливает пол бутылочки. Даша на тренировке плохо пьет воду. Даже пошача. Даже пощаться. Хочешь попробовать? Сейчас тебе даем. И будем прощаться. Тебе еще чуть-чуть осталось. Угу. Я просто не могу удержаться. Чичков я не забываешь, а успеваешь. Угу. Я запиваю, но не так, как ты любишь запивать. Прям укусил, запил, укусил, запил. Кстати, если честно, вот в этот раз говядина какая-то жестковатая. Но же пощачья. Сейчас, подожди. Поэтому он не сильно вкусный, потому что мясо такое прям жесткое и такое тягучее. Раньше всегда прям было... Пощачи давай. Да, сейчас, подожди. Раньше было прям мягенькое, аж во рту чуть ли не таяло. Ну ладно, дружок мой. Ну что, дорогие наши друзья, ставьте лайки, дизлайки, кому не понравилось. Пишите ваши комментарии. Переходите по ссылкам на наш второй канал и страничку в Инстаграме. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.